А вот хорошо проведенный отдых – залог не только приятных воспоминаний, но и запас сил на долгие месяцы. И хотя летние отпуска позади, не стоит забывать, что скоро нас ждут новогодние каникулы, а значит и возможность съездить в жаркие страны и побаловать себя теплыми лучами солнца. Итоги летнего отдыха подводили в туристической компании «Кругосветка». Для своих клиентов турфирма организовала встречу в итальянском стиле. О том, какие сюрпризы ожидали любителей путешествий, расскажет Наталья Дорошенко. В торгово-деловом центре «Статус» в эти выходные было многолюдно. Живая музыка и бокалы с шампанским создали здесь непринужденную атмосферу отдыха и унесли гостей праздника в далекую Италию, которая стала не только основной темой встречи, но и приоритетным направлением туристической компании «Кругосветка». Приобретя любой тур, летом 2011 года клиенты фирмы получили купоны, став участниками розыгрыша призов от компании «Кругосветка». На встрече, которую организаторы хотят сделать традиционно, провели тематическую викторину в духе итальянского сапога. А затем мы разыграли годовой абонемент в студии фитнеса и йоги «Реформа», массаж-салон «Кунцуэй» и главный приз – путевку в Италию на двоих. Организаторов мероприятий и победителей розыгрыша запечатлели на память. А вот свои живые эмоции обладатели призов не сдерживали. Я пришла сюда и вот выиграла годовую карту. Я очень счастлива. Я просто в восторге. Нет, я не ожидала. Я получила подарок. Это массаж в спа-салоне «Кунцуэй». Очень приятно. Обязательно схожу и потом всем своим родственникам расскажу, как это прекрасно – любить себя. Я брал здесь путевочку, ехал на побережье Черного моря. И получил я суперприз – поездку на двоих в Италию. На 8 дней, я так понял. Так что очень рад. Посетить чемпионаты мира по футболу, покататься на горных лыжах, заняться дайвингом и виндсерфингом, увидеть чудеса света жителям Волгодонска можно с компанией «Кругосветка», которые предлагают отдых на любой вкус. Наша многолетняя любовь к путешествиям явилась стимулом для создания компании. Мы работаем с давно зарекомендовавшими себя на рынке туруслуг туроператорами. В зимнем сезоне, готовы предложить как пляжный отдых в экзотических странах Куба, Доминикана и другие, Египет по демократичным ценам. Также у нас замечательная акция по Таиланду, приобретя путевки в Таиланд, массаж в салоне «Кунцуэй» в подарок. Дабы облегчить поиск подходящего тура, «Кругосветка» предлагает своим клиентам пилотную версию интернет-портала, где можно познакомиться со всем многообразием предложений. «Мир – это книга, и тот, кто не путешествует, прочел лишь одну ее страницу. Так сказал святой Августин. Так что приглашаем вас в наш клуб любителей путешествий «Кругосветка». Наталья Дорошенко, Евгений Иванков. Новости ВТВ.